Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Как мы и обещали, мы хотели через пару дней как бы назначить победителя, но решили сегодня, альхамдулилля, вот победитель Руслан Умаров. Видео увидите, иншаллах, полностью, кто написал комментарий, всех сделали, записывали, иншаллах, выйти справа. Руслан Умаров выиграл, альхамдулилля, Коран очень в хорошем виде. Можете, иншаллах, вот посмотреть. Можете, иншаллах. Также они есть на продаже. Разные рисунки. Как бы разные расцветки, видите. Альхамдулилля. Также можете, иншаллах, позвонить по номеру телефона, который видите на экране. И также другие есть. Они как бы идет большой. На продаже они есть. Расцветки как бы разные, видите. Альхамдулилля. Обращайтесь просто. Видите, одна сторона такого света, второй. Так. И также в таком рисунке. И также есть бордовым. И под конец зеленый. Темно-зеленый. Иншаллах. Обращайтесь. Также поздравляем, иншаллах, Руслан Умарову, то, что он написал. Комментарий у него. Под комментарии взяли больше лайков. Также есть у нас на продаже, альхамдулилля. Иншаллах, каждую неделю хотим сделать такой конкурс. Если на продаже мы на неделе идет по акции, можете позвонить, у кого нет бороды, такие же, как и у меня. Можете, иншаллах. Я также пользовался такой же на неделе. И также есть хинна. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, то, что лечить этим. Для всех болезней, как бы можно намазать хинна. Также есть от нерва. Нерва. И также есть у нас на продаже эпидемий паспорт. Сейчас она идет по акции. 400 рублей она стоит. Также для набора веса. Сами уан есть. Для набора веса есть. Вот. Есть хильты. Есть эпидемий паста. 400 рублей сейчас идет акция на них. И также для набора веса есть у нас. Можно, иншаллах. Обратите, на них тоже идет скидка. Можете позвонить по номеру телефона, иншаллах. Можем сделать доставку по всему. По всему России можно сделать доставку. И сами также, если кто-то в Москве находится, если закажет, иншаллах, также можем ночью сами отвезти. Или отправить по такси, в такси, или сделать через курьер доставку. В общем, можем, иншаллах, сделать доставку в Москве. В радиусе 10 километров или больше тоже можем, иншаллах, когда ночью пробку нету, можем сделать доставку. Не забудьте сделать для нас дуа, иншаллах. Также есть витамины, иншаллах, для всей семьи. Можете, иншаллах, заказать. Как бы много у нас, много чего есть. Есть черный тмин, есть Коран, разные расцветки, разные это, печаты есть. И также есть вон такие Кораны. Они очень дешево стоят, 500 рублей. Вот она, в таком чоке. Она очень хорошая, альхамдулилля. Просто звоните, закажите в таком рисунке. Мадина, Макка. Мечеть пророка и Масджид аль-Харам, аль-Кааба. И много чего есть, альхамдулилля. Три будут, три в одном. Есть вон такой массажерка. Многие просили. Вот она. Очень хорошая. Можете, иншаллах, позвонить. Насадка разная есть для разных частных тела. Вот она. Вот первая скорость. Видите, вот она. Можно добавить скорость. Вот. Как бьет. И все, все. У кого-то болит тело, там нога, рука. Спина, шея, как бы можно шею. Везде, в общем, все тело можно. Даже для простатита ночью хорошо помогает. Также есть насадка от простатита. Вот она. Как бы она помогает, иншаллах. Звоните, пишите. Есть на этот номер, который видите. На это есть WhatsApp. В описании WhatsApp есть местоположение. Все есть. Поэтому звоните, пишите. Также есть вода Замзама. Можно, иншаллах, звонить, писать.
Формула 4, Формула 15 есть у нас, иншаллах. И много чего есть. Есть свеча. Хороший. Да, вот самое хорошее, то, что Бабаджан привез. Альхамдулилля. От простаты, да, и от геморроя. Также есть для женщины из масла черного тмина, из аль-хинди. Кабана помогает от молочницы, от эрозии, от кисты, от миоми, от простатиды и также от геморроя. Поэтому, иншаллах, видите номер, который на экране. Звоните, пишите. Всегда, иншаллах, будем рады отвечать на каждые ваши звонки. И также многие звонят по поводу чтения, по фотографии, там, по видеосвязи и так далее. К сожалению, мы этим не занимаемся. Постарайтесь проходить к какому-нибудь чицу, чтобы он сам прочитал вас. И также, в первую очередь, не забудьте про намаз. Если вы намаз не делаете, то вам ничего не помогут. Поэтому нужно полагаться только на Аллаха и делать намаз. Как Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Кто полагается на Аллаха, для него достаточно. Также мы можем полагаться только на Аллах, и Аллах сам, иншаллах, нам поможет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.